Потому что он... Нет, у меня тоже я могу нацепить, вон, ралли рейсинг. Все, понял. Нет. А вот Porsche, Lancia, Audi, Mercedes, помню, знаешь почему? Почему? Потому что москвич выиграл. Это не анекдот, это правда. Наверное, я не знаю. Да. Все, комментируем. Вот номер три, это мы. Он так... О, ну вот, я тебе говорю, такое должен выиграть, нет? Не выиграл мешок. Все, давай, мешок, если не выиграет. Тут Дорощук только может, все. Фольстарт, блядь. Зеленый, блядь, пиздюк, блядь, опять. Фольстарт. Зеленый, зеленый. Тренируется, пускай хоть. Тренируется, бензин не кончился. Там бензин дорого стоит, блядь. А он на чем, на простом бензине? Я не знаю, он лучше заливает. Он... А? Нет, 100-й или 102-й. А, ну что, его льют, да? Так тут нормальный же этот заезд, то можно его вытряхнуть. А короче, что будет? Ему на. Восьмерки, да? Да. Без калины сейчас будет. Да вот Дорощук может выиграть. Че, потухло таблото у них? Нет, горит. Поехали! Давай! Все нормально! Давай, Серега! Проебал! Давай! Не-не, все, въебал! Опять Сережа въебал! Кого он ждет, блядь? Когда Дорощук на полкруга уедет, он ждет, блядь! Машина-то едет ведь! Давай, Сережа, ебаный рот! Давай, давай, давай! Все, поехал! Пошла, 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 Масочка! Догонять Дорощука надо! Это была ошибка. Не-не, нормально, выкати. Молодец, кати, 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 Сережа! Выходи, выходи, молодец! Первые две взвешивания. Две взвешивания. Лишь бы не дисквалифицировали, там раз и лишняя бутылка водки оказалась в багажнике. А что они взвешивали? Нет, там, по-моему, чтоб легкость слишком не было. Ну все, там она...